Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне чтим мы святый Спиридон, и мы Евангелие не только на нем, но и на всех святых слышим, как и «Я есть пастырь добрый, и пастырь добрый душу свою полагает за овцы, и овцы глаз его слышат, и за ним идут, а наемник есть пастырь, он в трудный момент бросает стадо». И пастырь добрый приведет людей в Царство Небесное. Ну, я своими словами. Так вот, в данном случае это Евангелие относится к святителю Спиридону. Это надо представить, какая у него была любовь к людям и к Богу. Какая была вера в Бога. Мы очень часто говорим там, я люблю ближних, сразу детей, внуков особенно любим. Так, а других ближних не любим, ненавидим. А любовь, она ко всем. Она не бывает такая выборочная, она не бывает. Она, если уж любовь, то она ко всем. И я много раз говорил, когда я считаю, что этого люблю, этого не люблю, а ребенка люблю, а чужого не люблю, или там внука люблю, а там знаку не люблю, это чаще наше самолюбие. Я люблю себя в нем или в ней. Так вот, Бог высшая любовь. И вот святитель Спиридон точно так же имеет такую любовь к Богу, что имеет любовь ко всем его творениям, то есть ко всем людям. И к добрым, и к злым, и к хорошим, и к плохим. И всех он не только привел, вел к Богу, но и сейчас ведет нас. Уже умер сколько там, 1500 лет, чуть побольше даже. И нас он все равно ведет к Богу. Своим житием, своим примером. Мы, взирая на него, на его пример, тоже, вот святой, обращаемся к нему за помощью и помогает. Но для чего нам помогает Господь? Да, Бог помогает по любви. Почему нам помогают святые? Да, по любви. Но еще для того, чтобы мы вразумились, чтобы мы поняли, что не так живем. Я с Николаем Водиком пример приводил в прошлый раз, что вора спас. Святитель Николай, помоги, спаси меня от погони, убьют. Туша быка, он туда залез, Николай говорит, ну как, хорошо тебе здесь? Точно так же святитель Спиридон помогает не только по любви, но и для того, чтобы вразумились, раскаялись, оставили плохое, оставили неправедное и повернулись к Богу. А чтобы опять вернуться к Богу, что такое вера? Это, я еще раз говорю, довериться Богу. Не знать о том, что Бог есть, как сейчас многие говорят, я верую. Нет, довериться Богу. А каждый из нас живет, не доверясь Богу, а как я считаю нужно, полагаясь на себя. Если я полагаюсь на себя, значит, я на Бога не доверяюсь. Значит, я уже не с Богом. А любовь в чем заключается любовь? В том, чтобы доверились. Кстати, почему нам? Ведь давайте старшее поколение вспомним. У нас о любви были довольно-таки хорошие, ну, я имею в виду такое, обычной любви, были довольно хорошие понятия, и плохих понятий не влагали в это дело. А потом, когда пришла перестройка, у нас любовь перевели на половые отношения. Вплоть до того, что ей можно заниматься, оказывается. Для чего это делается? Для того, чтобы осквернить любовь. Чтобы перевести на животное, на какой-то уровень совсем другой, который не связан с любовью, который с похотью связан. То есть, чтобы нас от истинной любви увести. И многие за сейчас. И вот старшие поколения, которые, я не говорю, что молодые такие плохие все, но однако нас испортили. Раньше, как, что такое подразумевал под любовь? Довериться. Довериться. Многие это понимали раньше. Точно так же любовь – это довериться Богу. А если мы не доверяемся, значит, не имеем любви. Если мы не любим, то мы не доверяемся. Если я живу по своему уму, значит, я не доверяюсь Богу, значит, я неверующий. Значит, у меня грех гордыни, это грех сатаны. А вот Спиридон настолько любил Богу, что жил не по своей воле, а жил по воле Божией. И любил всех, как Господь всех любил. И тех, кто с ним, и тех, кто распинал его, и тех, кто презирал его. Так Спиридон любил всех. Да, мы знаем, что кто-то умер по его молитвам, а кто-то и воскрес. Почему умер? Да те, кто
кто не исправился бы никогда. Лучше его сейчас забрать из этой жизни, у него будет шанс на спасение в вечности, чем он будет жить, грешить и никогда не покаяться. Лучше сейчас. То есть это опять любовь его. И опять его любовь, мы ведь там, Яков, который горделивым голосом гордился, стал, глухо, перестал, ну, стал немой, лишился своих дорог. Для вразумления, для осознания. Так вот, мы должны не только сегодня праздновать, не только потому, что престольный праздник, а потому, что святой, который любил, любит и будет любить. И он подавает пример этой любви, и этой веры, и этой преданности Богу. И если мы не только не будем учиться, а бороться с собой, потому что, я еще раз говорю, вера, я говорю, вера, довериться. А вера, она с неба не падает. Верить надо себя заставлять. И апостол Павел говорит, надо возгревать, то есть заставлять себя, тогда будет вера. Вы что думаете, святые были такие вот, родились вот пост святой и все? Нет, да их бесы искушали больше, чем нас. Потому что чем больше человек сильный, чем больше духовных сил, тем больше бесов ему дается в искушении. И он их побеждает. А Господь Иисус Христа вообще весь ад искушал во главе с сатаной без ограничений, без тормозов. А нас скажут столько, сколько мы можем. Больше наших сил не дается. И то мы пищим, о, жизнь тяжелая, ах, уныние, в отчаяние впадаем, в депрессии и прочее. Ах, 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 тяжело, трудно. Да ничего подобного. Каждому из нас дается столько, сколько мы можем. Если мы это не хотим воспринять, значит, нет у нас веры. У святителя Спиридона точно так же, у других святителей было очень много искушений, но они даже про них не заикались, не роптали, не обижались, а любили и верили в Бога и своим примером не то, что вдохновляли тогда и сейчас, и вдохновляют, и ведут, и вразумляют по сей день нас с вами. Аминь.